верховной власти. В бумагах покойного императора обнаружено донесение о заговорщиках во второй армии. Теперь они могут начать действовать. В стране полная неопределенность. Я бать страховщика. Это зрители. Видели, как они сидели? Они всегда приходят к Виктории, когда она смотрит кино, ложатся на диван и предаются там просмотру. А я открываю, смотрю, как они мило сидят. Ну, решил вот снять маленький сюжетик, показать про таких зрителей. У меня тоже есть кино. Я тоже смотрю. Будете со мной смотреть? Пошли. Давайте, я вам тоже включу. Садитесь на мой диванчик. Садись, Марсюха. О, у меня тоже кино, я тоже смотрю. Видели они там, как мило сидели? Лежали даже. Ну что, разрешаю вам тоже лежать. Марсюнчик, ну что ты такой напряженный? Нет у меня колбасы. Ничего, смотрите мое кино. Мирка, иди. Вот они, со мной они так не сидят, как с Викой. Она на них может как-то воздействовать, а я не могу. Мне, видите, что... Конечно, я выключил, стоп-кадр поставил. А мне надо, знаете как? Вот подглядите, что будет происходить. Вот я смотрю, я убираю руку. И начинается все. Все, она начинает лезть ко мне. Да я должен положить руку и гладить. Ну, я уже показывал это много раз. И как я теперь, как вы теперь представляете вот мое вот смотрение кино, если на животе у меня Мирка, там внизу где-то хрюкает Марсик, такой взгляд у него потешный. Марсюнчик, а ты не монстрика пошел палить? Она их давно, наверное, не выпускала, надо вас на улицу выпроводить. Ну, обычно ж как, кино посмотрят зрители, идут в туалет. Бывает, когда двухсерийные фильмы. Марсюха, пошел на кухню. А когда двухсерийные фильмы, так люди выходят покурить, там свои дела сделать. Смотрите. Все, беспокойство. Надо чухать. Вот, ну ты можешь просто так вот рядышком лечь? Вот, вот, все. Вот как приличные собачки. И лежать. Нет. Нет. Не может она. Не может она. Требует внимания. Вот и все. Вот как хочешь. Чухай меня. Я буду лежать сколько хочешь. Смотрите, вот я чухаю. Она лежит. Стоит только мне перестать. Все, беспокойство. А если я уберу руку? О, не-не-не. Нет, давай, чухай опять. Ой. Да. Вот так я и смотрю кино. Там совсем другая история. У Виктории. Она даже не видела, что я их забрал, зрителей. Звук был громкий. Ну, я Марсика могу погладить? А что я, если я буду гладить Марсика, что будет делать Мирка? Мирочка, давай. Ну, вот и все, и рука моя повисла в воздухе. Да. Наверное, верну их туда, где взял. Пошли. Нет. Водички хотите попить? Идите. Пейте воду. Верну вас. Досмотрите свое кино. Иди. Сейчас. Виктория, наверное, знать не будет. О том, что зрители отлучались. Сейчас мы сделаем. Смотри-ка. Ты сдашься, ты, Маша. Маша.
Мы все погибли. Кто тебе дал право решать за всех? Да я оставлю одного Максика. Ты оставайся все здесь. Приехал. А я с Мирочкой. Пошли, Мира. Пойдем со мной. Давай так. Каждому просматривающему фильм по одному зрителю. Там будет Марсюха, а тут будет Мируха. Будем смотреть кино. Все, включаю. Ну, у меня просто... Мирка вот лежит под мышкой, мне так щекотно. Я щекотки боюсь. Все, включаю кино. Дайте мне нажать. Все. Все, замри. Да. Все, будем досматривать. Да. Фильм называется «Персона». Все. Ну? Я думал, вы что-нибудь придумаете. Такая маленькая история. Ну, о чем она? Да ни о чем. Как бульдоги заснули на просмотре у Виктория сериала, а как я их разбудил, как я их потом разделил, и вот так мы смотрим вечером кино. Оно свое смотрит, я свое смотрю. Я могу просто бросить работу. Я могу уехать сам. Я мог бы куда-нибудь исчезнуть. Ага. Гарольд, послушай меня. Даже если я просто руку держу, она не проявляет беспокойства. Но стоит только мне эту руку вот так чуть оторвать. Все, давай. Все. Но несмотря на это, мы умираем. Сюда выперли. Выперли. Побежал. На кухню, потом сюда. Марсёчек, иди к нам. Иди, ложись. Марсюха, быстрее. Опа, вот теперь. Ой, теперь получается квадро. Нет, стерео. Марсюнчик слева, Мирка справа. Что, нагнали тебя оттуда, все? Марсик. Нагнали. Иди. Иди, Александр Док, более сговорчивый. Все, теперь это побежало туда. Вот так вот и проходит у нас вечер. И тебя нагнали. Ну все. Так, тихо, сидеть тихо. Все, будем смотреть кино. Вот такой у нас кинозал. Сейчас я выключу камеру и буду двумя руками гладить Мирку и Марсика. Пока что, видите, по очереди такой. Ага, ей не нравится, не дает его гладить. Нет, там есть свободное место. Нет, я хочу сесть именно здесь. Ну все, земляне, я выключаю камеру для того, чтобы у меня освободились руки. И буду гладить. Не могу я зубами взять камеру никак. Я могу, конечно, устроить такую съемку. Сейчас попробую. Сейчас переключу на селфи. Может быть, у меня и удастся мне сделать. Сейчас я. Мысль одна пришла ко мне в голову. Сейчас переключу. Я уберу восьмерых. Я
Mm-hmm.